Так, дорогие соратники, все, достаточно нажился. Меняю полностью имидж и уезжаю из Таиланда прямо на марихуана-мобиле жить в Мексику. Все. Стероиды рекламировать не дают. Клиники рекламировать не дают, тюрьму сажают. Педофилов ловить не дают. Зиговать не дают. Просто заебался. Все, хватит. Уезжаю в Мексику. Проеду, значит, через Китай до Камчатки, там на плоту переправлюсь на Аляску, и все. И дальше уже прямой путь по Америке и в Мексику. Так что путешествие и потом курить кальяны с Доном Хуаном. До новых встреч!